Для Ольги Кивы это не первые роды. 11 лет назад она родила мальчика Валеру, а 6 июля в их семье случилось тройное пополнение. И снова мальчики. Будучи из многодетной семьи, женщина всегда мечтала, чтобы ее собственная семья была большой. Но о тройне они с мужем никогда даже не задумывались. Хотели родить сыну-сестричку, а на свет появились три богатыря. Долго не могли в это поверить, но ничего, свыклись с этой мыслью. И очень, конечно, рада и счастлива. Я думаю, что мне помогут с детьми. Помощников у Ольги больше, чем достаточно. Но в первую очередь это любящий муж Сергей, который очень рад тройне и обещает вырастить сыновей настоящими патриотами своей родины, дать им хорошее образование и не бросить жену в трудную минуту. Для меня это большое счастье. Трое сыновей, как говорится, самые маленькие, самые любимые. Будем любить, поднимать. Спасибо большое врачам, что сделали, как говорится, такой подвиг, спасли малышей, как говорится, ну и жену тоже. Низкий им поклон. Большое спасибо. Риск осложнения при многоплодной беременности возрастает в десятки раз. Ольга забеременела тройней без использования репродуктивных технологий. Может, именно это и повлияло на положительный результат родов. Нередки случаи, когда при многодетных родах младенцы погибают или рождаются с очень маленьким весом. Малышам Виталику, Ване и Васе повезло. Они попали в руки высококвалифицированных врачей Видновского перинатального центра, которые следили за их развитием в утробе матери. Вот эти дети родились 2,740, 2,460 и 2 килограмма, третий брат. Родились в 35 недель беременности. Они прекрасно прошли реабилитацию в отделении реанимации интенсивной терапии новорожденных и потом на втором этапе выхаживания. Мы очень гордимся тем, что мама здорова, и б, что дети практически здоровы. И не доставили очень много хлопот для наших специалистов. Там были некоторые проблемы, но они были решены. Новоиспеченным видновчанам остается пожелать здоровья, а маме с папой не останавливаться на достигнутом. В планах у пары все-таки родить сыновьям сестричку. Юлия Погосян, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.